У нас сегодня такой день необычный. Вы до обеда играли. То есть вы должны после обеда вывести щепу всю на костер. Завтра костер. Завтра костер. Лепешки щепки. Знаете, как надо? Не опрокинуть, привести и все как надо. Сейчас мы будем прощаться с ласточатами. Они вылетают. Поэтому я сказал не заходить. Они учатся. Надо, чтобы летать, просто что пришли, увидели. Не каждый видел это. Это вот все. Видите, сколько? Костюм. А вот это можно оттяпать на тяпку. Вот опять. Еще видно, вполне подходящий. Я разговариваю, а Марья даже не слышит, что я разговариваю. Я говорю, накачали до сета? Да. Так. Володя, крикни, чтобы пришли. Открывай ворота, открывай скорее, сейчас вылетят. Мы сейчас все это заснимем. Они уже там на проводах сидят. А? Уже двое на проводе электрическом сидят. Ну вот я и говорю, что сегодня они вылетать будут. Они начали щебетать сегодня. Это я убираю. Молиться мы. Подносите ко мне вот эти лежат. Вот здесь дороги убрать надо. Тут, по-моему, не так понятно, что на дороге они не должны лежать. Егор не догадается сам, никогда. Пугать не надо. Так, все, пока. Сейчас будем подходить. Вот сюда, встаньте напротив. Сидят на этом. Посмотрите, видите, на проводе сидят. Да. Вон они, а те трое, вон они еще, вон они, кричат, охота, охота. Она не дает им есть. Она их выманывает. Они кричат, есть охота. Она говорит, а вот бери на провод, я дам есть. Один попался. И щебечет, как ласточки настоящие. Глянь. Двое попались. Они могут возвращаться потом. Видал? Сверху-то сидят. Видите? Только не пугать их, иначе они пропадут. Они могут сейчас посидеть и назад залететь. Видите, как ласточка заботится о них. Она их предупреждает. Вот породу и подобие. Все одинаковое у них. Да. А если бы она вышла замуж за воробья, что получилось? Ничего. Главное, маленький уже издают голос, вот такой же. Какой-то малиновый мосток, кто поет, вот такой. Чи-чи-чи-чи-чи. Смотри, а там трое сидят, трое. Они еще не знают, что на улице их ждет опасность.
кошки. А. Им надо научиться, потом все. Вот она подлетает, и скворцы также собираются всей стаи, каждый червячок показывает. Ну вот, давай, вылетай, вылетай. Они до обеда кричат, там сидят, а есть нечего. Ну и вылетают. Вот так из дома, который ты сегодня, завтра, ну тебе надо, когда самостоятельно жить начинать. Да. Вон они. Вон они. Сколько у нас ластощат-то? Да, ну, придется когда-то вылетать из дому. Вон они сидят. И дальше, как они вылетают, они не знают, куда лететь. Они нас не боятся, потому что они нас видели рядом. Вот она нас еще летит, видишь? Она кричит. Я буду так, кричит, но не дает им есть. Дети теперь за мной. Ну что, посмотрели? Мойте руки, сейчас обедать будем. Помыли уже. Уже помыли. Да. А мне надо помыть. Ну давай. Вот сейчас, если я руку протяну к нему, он сразу вылетит на улицу. И он не знает, куда сесть, куда еще в траву упал и пропал. Их трогать нельзя. Вот она, ласточка прилетела, это мать или отец. Все. Месяца нет, как мы приехали. Она сидела на гнезде, вывела маленькие желторотые гаманки, открывали, сидели. А уже вот они, готовые в полет. И полетят тысячи километров в Африку куда-то. Они торопятся, говорят, наверное, осень, сегодня холодно, ребятишки тут оделись, надо вылетать. Надо готовиться. И они крылышками хлопают. Ой, ой, сколько же радости-то, а? Мамка, у тебя хвостик длинненький такой, раздвоенный, а у меня почему нету? Ничего, доченька, вырастешь, хвостик длиннее будет. Аж разговаривать. Вот мне здесь дают есть. Выходи сюда, Мишка, Ванька, заходи. А все выглядывают так. Мишка, Ванька и Тарас. Ну давай, ты Ласта и ты Чих, вылетай. Чик-чирик. Они показывают, как хорошо здесь, но не тесно, а вы сидите. Тесно, чай ломается. Тесно, не обидят. Они как голову поворачивают. А те-то главное, как выглядывают-то. И она прилепила на голую стену. Ты попробуй, прилепи грязь или что, отпадет. А вон там они внизу-то сколько устроили туалет нам. И как только оправляться, он повернется и мимо в гнездо не сходит. Где у нас Коля-то? Ну вон, смотри, ласточки куда ходили. А? Вот они знают, куда надо оправляться. Вон внизу, ты видел сколько? Вон в углу. Вот они где. Ой. Что они сейчас думают? Или думать нечем совсем? Это питончик. Вон как на проводах, замечательно. Они были провода вплотную к потолку, вот я маленько оторвалась для них. Он клюет проводок, он не знает, что несъедобный. Он хочет вылететь. Ух, противный какой, тут какая-то мошкара. Раз, ей дала в рот, видел? Да. Видел, да. Разинула ты корот, раз, а тем не дает, а те сидят и смотрят. Смотри, трясутся-то, гляди, кормит этих. Она только этому дает. Они кормят этих, а те-то прямо рвутся. Ну почему нам не дают? Ну вон, переходите сюда. Там был первый класс, тут второй класс. Ой, протягивает, я не крылышко. Ой. Да хвалится сейчас. Ой, ой, давит эту. Наверное, сестренка обижает ее. Все. А ты сах, как они все трое-то сидят. Тебе давали еще и нет, не дают. Да что сегодня такое? На четверг, не постный день-то. Ну почему они так? И вот сколько мы смотрим, а те-то вырывается, глянь, из низа. Ты видела? Помазала губы ему только, мы все, халвы не дала. А этим до ушей. Вот все. А тот на другую сторону полез. А тот его долбит вверх. Смотри. Маленького. Видать, самый махненький. А он сразу. Видел, как оправился.
Гляди, он залетел один туда. Второй, куда сесть? Не падай. Ах, обратно. Там теперь четверо. Все, на ходу перехватил, все съел. Шоколадка во рту. Правда, шоколад не может. Глянь, а тот-то прилетел-то. Ой, как хорошо летать. Вылетайте, ребятишки. Иди. Не дала ничего. Прямо над нами. Вот это урок. Гляди, гляди, сейчас отправляться будет. Повернулся задом. Нестор. А кто его учил? Все Господь. Помогает, когда прилететь, когда улететь. Божественная мудрость, непостижимая. Мы видим только готовое. Вот он. Ай, больно. Мама. Они думают, он даст им есть? Они его за мамку считают. Похож на него. Выйди. Он летает. Куда? Поля. Где он? Улетел. Не летай. А там в окно-то как бы не вылетел. Он не в окно вылетает, он на стенке сидит. Где он? На стенке сидит. На стенке над сидит. Над окном. Ну, он должен, там четверо сидят, он один. Ой. Он один. Вот. Они там растопоршились, ему места нет. Что за очередь у вас тут? Вон он где прилепился. Ладно, я буду наблюдать отсюда. Вот так. Я люблю тут сидеть. А нам надо бы удалиться. Давайте, шаг назад. Шаг вправо, шаг влево. Шаг назад. Он говорит. Как это прикольно. Кто тебя приклеил? А попробуй его взять. Нет, можно? Ну-ка попробуем. Нельзя, не надо. Хотя одного-то мы можем взять. Нет, не можем. Убегает. Не надо его брать. Садись. Приветик. На голову. Давай к нам. Ну как он уцепился? Устал-то как он. Смотри, чтобы не вылетел. Вот так, он промазал. На улице он сразу погибнет. Надо что? Надо скорее в гнездо, он уже устал ужасно как. А из гнезда нельзя их? Там не пускать его, не пускать его. Все, о, нас все. Если он сейчас на нас накапает. Ничего, на Тараса прям. Тарас, рот открой. Не может быть. Это белки. Селенки нету, махонь. Маленький. Это вот это, благодаря. Смотри, дышит тяжело. Ну-ка давай. Что смотришь-то? Ты согласен или нет? Не согласен. Не согласен выходить. Смотрите, летают. Мам, это ласточонок. Смотрите, ласточонок. Они вылетают. Летают уже. Смотрите на хвост. Видите, короткий? Поймали. Зачем вы его поймали? Он устал. Ему надо... Ближе, три перышка. Можно потрогать? Можно потрогать. Тише. Он болит. Он болится. Отпустите. Игнатий Тихонович, отпустите. Это же жалко. Ну туда, закройте двери. Закройте двери. Егор, заходи. О! Вылетел. Он вылетел. Ура! Они насрали. Молодцы! Заходим, давайте. Один вылетел. Ну, вылетел, значит, вылетел. Давай, сядь куда-нибудь. Да ты куда садиться? Где еще один? Заходите в комнату. Где еще один? А потом вылетите. Вылетел на улицу. Второй вылетел. Ой, два вылетели на улицу. Все. А ты видишь, я по-разному все равно. Раз, два и три. Ну, кошка так. Двое вылетели. Все, кошки. А двое чего, не погибнут? Не знаю. Если им родители не покажут вход, могут погибнуть. Знаете, Тихонович! Сейчас будет звонок звонить. Это у вас ребенок? Ой, это кнопку в кучке ставил. Кто расставляет? Я.
такая же нужда и ставит. Сейчас будут залазить, кормой зайдем, это ж корабль опрокинется. О, ничего себе. Тарас читает даже стоит. Овощи нам рога достали. Слюнки текут. А рыба это целая бучащая туша. Рыба бучащая туша. Она же третья накалял пряник. А что-то тут немножко раздельно. Рыба-туш. Рыба-туша. Рыба, это не по-русски. Это просто не по-русски. Рыба-туш. Так. Ну давайте звоните. Надежда Васильевна. Маленько еще 3 минуты. Что такое рыба? У меня руки помыть. Руки помыть. Ну сейчас пойдем помыть. Подержите. Давай. Так, все, становитесь вместе. Становитесь на место. Да? Да, становитесь со всеми вместе. Спасибо, Иисус. Наверное, на улицу пойдем молиться? Нет. Нет? Здесь. А что такое? Ластощата вылетает, а вы залетаете. На улице. Холодно. Ну, а тут... Погибнем. Ластощата залетают, они греются. Оля. Мы не летаем. Да. Сейчас гляну там, ластощат, это все вылетели, нет? Еще один остался. Вылетают сегодня, видишь еще? Уже вылетели два. Три. Осталось три. Я сказал, друг за друга никогда не прикасаться. Отойди от него подальше. Он первый. У тебя только первый. А на самом деле ты нулевой. Даже не первый. Вперед залазишь. Так, отойди от кастрюли. Не показывай пример. Даже самое малое, что там надо оправдать. Это такой мороз. В кастрюлю залез, крышкой закройся. Так. Где наши там? Давай, дядя Володя. Звонок журный. Лиза, можно позвонить? На вешалке, крайнее, здесь мое. Давай, звони. Можно? Можно, можно. Сережа, на улицу, скорее. Сережа, закрой дверь. Будете за стол садиться. Вы не задевайте стол. Мы можем лечь, а то прям ломятся. Не могут взять, значит, заднюю часть пройти. Тихо, не лазьте туда. Компот каждый день проливает. Ну, можем боком пройти. Что хвалиться-то? Замолиться святых отец нашего, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Отче всех на Тебя, Господи, уповаю Тебе, решим. Пищу во благовремени не отверзаешь, и Ты щедро руку Ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Кусить дары Твои святые, Тебе слава за все. Отец Твой Святой Дух, нераздельная, ненасущная Троица. Аллилуйя. Аминь. 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 Так, за стол садимся. Тихо, Тихонович, нам за рояль садиться или за стол? Никита. Так, садитесь. Что надо? За стол. Никита. Только рядом не садитесь. Успокоились. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Приходите садиться, лицом сюда садитесь, тогда не заденете. Проход, когда идете, лицом сюда. Вся беда, что вы спиной идете.
чата вылетели, что их выпустить? Не, пускай они. А, у вас точата, они на полу. Да мы их видели. Мы сейчас Закрывай дверь. Мы сейчас уже видели. А Не, наоборот, пускай они там будут. Первое не ест, а мы нет второго, и дальше нет ничего. Первое ешь хоть половину.